Йо-йо-йо-йо, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Эви Маветти. Я очень рад попал опять на новое видео, которое я задам несколько вопросов по поводу зимы. Что народ россиян любит сделать на этот период, когда холодно, когда снег везде? Я задам этот вопрос на несколько человек, которые хотят отвечать на вопросы. Let's go! Погнали! Я добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Эви Маветти. Как тебя зовут? Ехлан. Ехлан. Мне очень приятно с тобой познакомиться. Я задаю несколько вопросов. Зима. Что ты смотришь, что больше всего российский народ любит сделать зима? Кататься на разных видах спорта. Коньки, лыжи. А ты приехала из какой страны? Из Кореи. Из Кореи? Это хорошо. А ты сам любишь зиму? Да. Ты любишь точно зиму? Да. Это немножко странно для иностранцев любить зиму, да. Ты в Казани живешь уже сколько лет? 13-12. 13? 12. О, поэтому правильно ты говоришь. А здесь ты учишься или... Да, учусь. Ага, на кого? Пока что в обычной, общеобразовательной. Хорошо. Но мне бы очень приятно с тобой познакомиться и задавать вопросы. Спасибо большое. Хорошо. Ребята, я встречал... Рома. Рома. Меня зовут Эви. Очень приятно. Эви? Да. О, прикольно. Я несколько вопросов задаю по поводу зима, по поводу такой периода. Чем русский народ любит сделать? Либо спорт, либо что-нибудь для бита занято на этот период, потому что тяжелый же. Ну, холодно, да. На улице. Как обратиться вот на это? Ну, я обычно просто гулял, не знаю, мне, в принципе, зима всегда нравилась, но я надеюсь, что скоро от нее сбегу и перееду куда подальше. Вот сейчас я делаю визу, так что я все, не хочу больше с этим бороться, хочу уехать. Да, но когда вы смотрите вот на другие, чем они любят? Ну, обычно горнолыжка. Горнолыжка — это самое крутое, то есть кататься на сноуборде, на лыжах, это, ну, это вообще... Очень классное занятие, но, блин, дорогое. Вот, это накладно, конечно. Куда-то ехать, это много времени тратить, приходится на это выделять, ну, прям целые выходные для этого. Вот, а так, ну, просто покататься на коньках и все, максимум, наверное, вот. Понятно. Когда вы видите темнокожие здесь, иностранцы здесь, весь зима прямо, но как вы думаете про их иностранцев? Типа, как, каково им? Да. Да не знаю, это уже как будто бы дело привычное такое уже, то есть нет такого, то что, о, иностранцы зимой, бедняжка. Не знаю, я с детства видел, как бы наблюдал все это. Ну, жалости какой-то нет. Да, понятно. Ну, тоже обычный человек, что. А у вас есть знакомый темнокожий или иностранец? Араб был, ну вот, близкий знакомый, но потом мы перестали, в принципе, общаться, затерялся контакты. А почему? Вот, не знаю, как-то вот мы одно время дружили, а потом как-то вот, ну, все реже начали видеться, и все, в принципе. Вот, наверное, вот такой вот араб только был один. Хорошо. И все, в принципе. Ну, спасибо вам большое. Что? У меня канал в YouTube. Эви Маветти. Можно набирать и там вот посмотреть. Интервью будет через 2 дня уже вот на сайте. Спасибо вам. Йо, ребята, только 2 человека хотели отвечать на вопросы, конечно. Другие они стесняют или не хотят. Это без проблем. В следующий раз буду еще задавать вопросы на другое место и посмотреть, кто будет хотеть и кто нет. Вот. Я был очень-очень рад задавать это вопросы. Ребята, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эви Маветти. Еще встретимся в следующий раз. Пока. Thank you.